Всем привет! Что, готовлюсь я к детскому мастер-классу. И мне вчера повезло, повезло, повезло в чем? В том, что я посмотрела в нужное время, в нужное место и увидела объявление, где девушка отдавала, ну, на самом деле, небольшую часть того, что у нее было для творчества. А в итоге, когда я написала и сказала, что мы можем встретиться, как раз совпало так, что я была недалеко. Вот, и она мне отдала гораздо больше, чем было заявлено. А что именно? То есть это материалы для творчества. Так, сейчас я не принесла. Там огромный пакет заготовок гофрированной бумаги для цветов. И она, это Татьяна, девушку звали, зовут, да? И она делала из гофрированной бумаги вот такие вот прекрасные цветочки. Такие вот. Вот. И этих цветочков, чтобы вы понимали, прямо мешок. Я их посчитала, их 30 штук. Так, 30 штук. Их не 30 штук. Их 90 штук. 30 на 3. 90 штук разноцветных вот таких вот цветочков. Вот. И что я подумала? А другая девушка, да? Я у нее забрала остаточки от упаковки букетов. И что подумала? А не сделать ли мне мастер-класс для детей создание элементарных букетов из цветов, из гофрированной бумаги? Я бы, конечно, сделала полный мастер-класс, да, где мы делаем эти цветы. У меня был подобный мастер-класс, где мы делали букеты из конфет, которые мы оборачивали гофрированной бумагой и делали их цветком. Каждую конфету мы делали цветком. Дальше мы делали листы из гофрированной бумаги. Или, может быть, не из гофрированной, но там разные вариации. Уже готовые листы брали. Когда-то мы делали из гофрированной бумаги листы. Когда-то мы использовали вырубку из скраббукинга. В общем, разные вариации. Вот. И дальше мы упаковывали на основу формы сердца и накрывали все это гофрированной бумагой. Было вот так вот классно. Все были довольны. Ну, получалось у всех по-разному, но все были довольны. Вот. Сейчас у меня задача. У меня большое количество детей. Это, ну, где-то в районе 30. И мне надо быстро-быстро сделать для них мастер-класс, который не будет тянуться 2-3 часа, не будет тянуться даже 1,5 часа. Им нужно сделать что-то от получаса до часа, но при этом красиво и не напряжно. И поэтому я думаю, что я собрала вот такой вот букет. И думаю, что мы соберем тоже с детками такой букет. Не стыдно подарить, очень красиво. Для этого возьму вот такие вот шпажки, которые у меня используются для букета. Готовые уже цветочки. Мы их нанизываем на шпажки. Так, и я нарежу им же также вот бумажки уже готовые. Возьмем мы клейкую ленту, обернем вот здесь, соединим. И два листочка соединим бумаги упаковочной. И получим вот такие вот букетики. Здесь еще блестяшка тоже. Вот это у меня блестяшки от упаковочных пакетов треугольничков. Вот на такие вот комплекты кладут. Это с Алиэкспресс я покупаю. Они отдельно продаются. Ну, в общем, у меня их куча. И я думаю, что мы вот такой вот букет. Смотрите, какой здоровский букет получится. Я думаю, мы сделаем. Единственное, можно листочек сюда добавить. Вот, но готовых листочков у меня нет. Это вырубать придется. Вырубать, наверное, да. Надо посмотреть, есть ли у меня зеленая бумага. Но мастер-класс будет.